Это значительный шаг в моей карьере. Я очень рад, что руководство и тренер обратили на меня внимание, и мы пришли к заключению контракта. То есть мои эмоции — это... Я даже нервничаю немного, могу так сказать, но хочется оправдать ожидания и выйти на новый уровень. Самые положительные эмоции, само собой, — это новый вызов и шанс себя проявить, показать в российской премьер-лиге. Жду от этого сезона действительно самого серьезного вызова для команды и надеюсь, что мы проявим себя еще лучше. Общался с парнями перед этим. Многие говорили: классный город. Так в целом особо ничего не знаю о городе. Новенький турист, грубо говоря, да. Но буду узнавать, буду интересоваться и ходить, ездить, смотреть. Суперский стадион, мне очень нравится. Это место, где хочется играть.